снова здравствуйте, друзья, с вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем играть в Dark Souls. Dark Souls. Так, надо поставить таймер, а то я... О, отлично. Чтобы ориентироваться по времени. Блин, этот ёжик паршивый. Да, мы идем убивать змеючищ. Змеючищ. Где-то... Я правильно ведь бегу тогда, дорожка-то это. Да, должна быть. И надо будет отдохнуть у костра, потому что... Ну, есть у меня такое нехорошее предчувствие. Что? Меня тут это... Разберут быстренько. Ну да и ладно. Че нам? Разберут и разберут. Че, нас никогда не разбирали, что ли, до этого? Разбирали. И ничего. До сих пор существуем. Так. А где у нас был костер-то? Костер-то у нас был, по-моему, вот тут вот где-то, да? Блин, как бы не сверзнуться еще. Да, точно. Вот он. Все равно эти гаврики там восстановились, воскресли. Давайте отдохнем. И дальше пойдем. Надо же, мне хватило душ для такой хорошей... Хорошего усиления. Кстати, что я его не поставил-то? Вот я лошара. Ой, не могу. Фух, спокуха, спокуха. Не нервничать, не нервничать. Ну, убьют и убьют. Первый раз, что ли. Меня тут убивают уже. Меня тут постоянно убивают. Давайте сразу возьмем лук сейчас, чтобы позвать... каких-нибудь вурдалаков. Вот, кстати, я отнимал им 7-9, 5-9 выстрелом из лука простой стрелой. Ух, вот это я понимаю разница. Уже 26. Ну, конечно, я его не собираюсь на него тратить стрелы. Потому что враг, собственно, вообще... вполне банальный. Ах ты ж! Вот тебе банальный враг. Осторожнее, дядя Федор, осторожнее. Так, ну смотри, какой я тут у себя такой наглый. А может вот так вот сразу? Во! Не зря отошел. Так, нет. Осторожность все-таки не лишняя. Ну, блин. Житель Гондураса. И это я даже не знаю, на кого я ругаюсь. На этих фурдалаков или сам на себя. В первый раз, когда был на стороже и вообще боялся этих тварей. Вообще ни жизни не потерял. Он даже не царапнул меня ни разу. Иди сюда, скотина. На излете стрела была, конечно, уже не выстрел. Я же забыл, двумя руками этот меч все равно держать невыгодно. Он делает супер удар, но тратит очень много. От запаса. Стойкости меча. Ну, как сказать-то вам. Ну, короче, вы поняли.
прочность, вот. Вот как называется это умное слово. Иди сюда. Бестия чешуйчатая. Давай, подваливай. Ага. Ты какой-то это... Сильно крутой, да? Сильно могучий богатырь. Под такой апперкотис я бы не хотел попасть. Вот под такой. Давай. Да на уже, господи, запарил. Джеронимо! Что за нахрен? Блин. Ё, блин, какая она здоровая. Да на. Блин. Скотинище. Огреби. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Главное давать ей... Главное стоять достаточно близко. Так, куда ты бьешь? Ага, вижу. Вижу, вижу. Ну и что ты сделаешь? Ух ты, блин, собака, а? Куда-то ты не туда валишь. Так, ага, вот сюда куда-то, да? Чё-то ты меня дуришь, скотобаза. Ах ты так, да? Ага, хорошо. Хорошо. Я нашел уязвимую точку. Так, стоп. А, нет, ничего не изменилось. Да. Ага. Нет, что-то она как-то это... Кисловато. Давай. О-о-о-о. Не-не-не-не-не-не. Давай. Бей меня. Полностью. Пинка отвесил. Зараза. Да блин.
скотина. Ага. Вот еще плюху. Теперь куда бьешь? Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Зараза, куда ты все? Я тебя так не достану. О! А вот ты и сгинула, да? Да, даже... О, драконья чешуя! Так, кольцо с короной заката, что оно дает? Драконья чешуя, это отлично. Так. Позволяет творить доп. Заклинания, но отнимает половину здоровья. Чего? Не, о-хо-хо, это не для меня. Кольцо в форме короны. Даровано принцессе Заре из Алачиля в день ее рождения. Позволяет использовать дополнительные заклинания волшебства, но сокращает здоровье в два раза. Это не для меня фокус. Но... Я нашел броню рыцаря. Надо же, блин, я такую хрень забил с первого раза. Чё-то неестественное. Так. Смотрите, а шлем рыцаря, он похуже, чем шлем горгульи. И тяжелее. Ладно. А доспех рыцаря? 37. А у меня 31. И ох, я буду в нем. О, нет, нет, дружок. Твой удел. Это шитый золотом камзол. Так, давайте проверим, что у нас. Ага. Вон оно чё, Михалыч. Если бы я туда чуть-чуть подальше прошел. Ничего хорошего, словом, из этого не вышло бы. Потому что здесь обрыв под водой. А сразу не заметишь. Блин, страшно. Под воду так болт их. Полной брони это. О, глядите-ка. Фига себе. А вот отсюда хорошо видно край. Так, туда, там можно подняться наверх. Что вообще здесь есть? Из чё? Что-то гидра какая-то. Казалось. Что-то я не понимаю, где тут край. Так, туда можно. Сюда пока иду, да? Пока норм. Главное не утонуть. Это будет очень обидно, если я утону. Ну ладно, давайте побежали сюда. Что здесь? А, ничего. Стоп. А, вот тут. Вот здесь какой-то проход. Ну я... Может, тут какая-то приколюха есть? Смотри, тут подписано что-то. Удобство впереди. Что за удобство? Берегись, голем. Кой голем? Не вижу ни одного голема. Хм.
Ну ладно. Может, я что-то не сделал, чтобы он появился. Ну, окей, как бы то ни было. Я, конечно, настороже и все такое. Короче, ни черта я не понял. А, ну не знаю, может, пойдемте наверх. Там была какая-то лестница такая веселая. Хочу туда. Да не здесь, подальше. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Хорошее у меня настроение теперь. Гидру прихлопнул. Че, я даже не лечился? Я не лечился. Офигеть. Так, не расслабляйся, ради бога. Разгул, не расслабляйся. И я не буду расслабляться. Потому что сейчас я могу просто отгрести по-черному. Просто из-за своей невнимательности и неосторожности. Я не хочу огребать. Ни по-черному, ни по-белому. Вообще никак. Я хочу быть жив, здоров, пасти коров. Так. Что у нас тут? Куда меня принесло-то, блин? И опять куда-то в какие-то дебри неведомые. Душа отважного воина. Ну хорошо. Допустим. Может быть, не такого же отважного, как я, но тем не менее. Так. Так. Цветочек. Сад темных корней. Так, я опять в саду темных корней. Хорошо. Ладно, договорились. Я как бы особо-то не возражал никогда. Угу. Так. Вижу дерево. Слушайте, а это место, в которое я открыл дверь тогда? Точно. По-любому. По-любому. Не понял. Что-то я юмора-то не понял. Я же дерево-то всадил. Два раза. Ух ты! Собака, ты напугал до усрачки. Ага. Деревья стали сильнее. Отдают за них больше? Чё-то не... Какой там Сарпоциус? Кто там? Кто ко мне бежит? Меня кто-то бежит убивать. Не трогайте меня. Где этот Сарпоциус или кто там? Ну? Давай. Ну я жду, скотина. Ну и чё, я теперь тебя искать, что ли, должен? Чтоб ты это, соизволил меня прирезать. Мне что-то говорит о том, что здесь небезопасно. У меня нет большого желания тут... Ну, конечно, блин.
Блин, хуже всего то, что я даже не представляю, где я. И в какую сторону мне проще ломануться, чтобы добежать до костра. Сбивают меня с мысли эти цветочки светящиеся. Ах ты, собака. Козлина, а. Охренеть, а. Охренеть. Кто это? А, ну да. Который раз мне показали, что... Это вам не в тапки гадить. Так, ну души я терять не хочу. Там 6 тысяч как-никак было. Не то чтобы много по нынешним временам, но все-таки терять их не хочется. А посему придется идти туда же. Возможно, мне было бы проще, если бы я попытался пролезть через другую дверь, ту, которую открывал знаком Арториуса. Ну и бог с ним. Мы легких путей не ищем. Давай, скотина. Ты хочешь меня убивать, я чувствую. Блин, как ты меня хочешь убивать, странно. Такой-то причудливый убийца. Там другие не согрелись, это и хорошо. Других мне агрить совсем не хочется. Ну, чё, давай. Вот не хватало-то, а. Да. Все-таки согрелся, да? Нет, чувак. До свидания. Хорошо. Щит мне очень помогает. Вот мне приходится их рубить мощными атаками. И щит позволяет мне восстанавливать быстро выносливость. Выносливость надо качать. И силу надо качать, потому что... Что-то мне подсказывает, что мне очень будет нужно переходить все-таки с легких доспехов на какие-то хотя бы минимально тяжелые. Свидание. Хорошо. Что за нафиг? Ай, ну капец какой-то. Да, да. Попросту игра вылетела. Потому что отключился этот гениальный сервис Microsoft Live. Ну давай, великан. Отлично. Минус ты. Теперь мне надо как минимум вернуть души. И, может быть, ломануться назад.
Наверное, даже так будет лучше, если я ломанусь назад. Потому что у двери, которую я открывал знаком Арториаса, там есть костер. А я чувствую, что сейчас меня будут валять. Нет, ну офигеть! Гидру завалил вообще без проблем и тут же сдох. Кто-то меня там из лука стрелял. Короче, кто-то вторгся. Я даже не понял, это был какой-то призрак или кто, или другой игрок. Потому что он не выглядел как красный фантом. Совершенно не выглядел как красный фантом. И у меня нет никаких гарантий, что он сейчас не припрется, потому что... Не знаю. То, что я сейчас в форме полого, оно как бы защищает это только от вторжения красных фантомов, а я как-то тут не встречал красных в этом лесу. Ладно. Я видел. Зелень. Да. Ты идешь? А у меня как назло зачесался нос. Ага. Я тебя, собаку, опознал. Да ты что ж думаешь, я тебя не завалю, что ли, а? Так. Идите в задницу. Пусть это, может быть, будет дольше, чем хотелось бы, но... Безопасность. Ох. Сейчас будет еще длиннее спуск. Тут бы еще не навернуться. Тут уж будет совсем тупо. Ох. Аттракцион. Так вот. Так, что я собираюсь делать сейчас? Я сейчас поднимусь наверх. Дойду до двери. Да, дойду до двери. Но, наверное, даже в дверь сейчас сначала не пойду. А пойду в другое место там. Или туда пойти, даже не знаю. Наверное, пойду за белый свет. Может, там босс? Еще один. Чем мне с боссами как-то проще дерется, чем с обычными врагами. И это, конечно, как-то глупо. Так, не разгоняться. Контролируем свои действия, не нервничаем. Сколько там? Ага. Так, ну ладно, значит, добегаем до двери. Я помню, там еще эти кусты будут. Come on, мистер Куст. Раз. Блин. Вот эти какие непроблематичные. А там прям какие-то злые. А дают за них, по-моему, столько же. Все тот же стольник. Вылазь давай, кустяра.
Ага. Давай-давай, иди сюда. Угу. Давай, подгребай. Да знаю я, что ты здесь. Нашел наивного, а? К двери. Так, хорошо. Добрался. Сидим. Мне нужно, чтобы я воскресал здесь. Когда меня будут убивать. Давайте сунем нос. Посмотрим, что ж там. Ага. Вполне возможно, что я совсем чуть-чуть до сюда не дошел. Ну, и где... Ага, вот и ты. Ух ты! Вот бес, а? Да блин. Скотина ты, собака, пёсий сын. Да, а ты-то кто такой? Ребята, кто вы все такие? Откуда вы, мать вашу, все повылазили, а? Так. Опять ты. Да кто ты? Чё сразу двое-то, а? Ты вообще кто? Отлично. Просто чудесно. Меня опять вынесли. Кто эти люди? Кто эти замечательные, милые люди, которые меня пытаются убивать? Сложно мне представить, конечно. Но я попробую еще разок. Ну? Где вы сидите? Где вы гуляете? Почему я вас не вижу? Вы же такие классные. А я тут совсем один. А, вот ты где, да? Это ты? Призрачный мудила. Иди сюда уже. Попробуем с тобой поиграть. Давай.
ты же у нас такой легендарный, да? Ах ты, подонок. А ты падла, а? Второй удар успел сделать. Ага. Давай. Ну. Как тебе? Огребай, огребай. Я тебя все равно затанцую. Я неплохой танцор, мне яйца не мешают. Ага. Ха! Гаденыш. Получил? Получил. Отлично. А я за твой счет еще и уровень повышу. И давайте-ка мы поднимать силу потихонечку. Потому что без хорошей брони многого не добиться. Так, давайте теперь второго мдака вытащим на свет Божий. Давай. Ты же меня убивать идешь, да? Ну и давай. Ага, сейчас. Уже иду. Бегу, лечу. Ты это долго собираешься делать? Ну давай. Ага. Давай. Кукусики. Ага, да. Давай, давай. Ух ты, падла, а. На тебе. На тебе. На тебе поддых, собакин сын. Это меня вполне устраивает. Вот так вот я забаррикадировался и их вынес. Это было непросто, особенно вот с этим рыцарем. Довелось, конечно, потанцевать. Я теперь понял, это все-таки были NPC, очевидно. Вот. Ну и что могу сказать? Надо серию закрывать. Поэтому, как обычно, предлагаю вам ставить лайки, комментировать видео, давать мне дельные и не очень советы. Спасибо тем, кто уже советовал, вы мне действительно помогли. А пока прощаюсь с вами, это был Любопытный Геймер, до связи.